Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Друзья, на днях я зашла в проект «Зарубежный букс без вложений. Мой рефтубы ПТС». Значит, здесь я зарабатываю в обязательном порядке, смотрю видео по 1 центу, это 5 центов, и просматриваю 5 рекламок, тоже по 1 центу. Итого в день выходит по 10 центов. У меня на балансе в данный момент $1.60. Минимальный вывод отсюда $5. У меня, так как я без вложения, стартер. Значит, и я хочу показать вам немножечко маленький отрывок видео. Я уже не буду его заливать на канал, так как, во-первых, он иностранный. Я думаю, визуально понять можно, что девушка там делает вывод, уже второй вывод на CoinPowerment кошелек. Сейчас я поставлю на пауз и включу вам видео. And have been deducted from your payout amount. Okay, so there it is. And I'm gonna go to history. I haven't got paid yet because it's manually, so that's why it's still pending. But it'll say finish once you have gotten paid. Now it can take in between 24 to 48 hours for you to receive your payment here at MyRev to PTC. Okay, so now let's start advertising to get more referrals, which means more 5 cents. More 5 cents you have, the more you will be able to make more money as a free member. Ну, как видим, у нее тоже стартер. И без вложений, вот так же, как вот у меня стартер. Она вот делает уже первый вывод, у нее $4, но $5 с учетом комиссии. И вот у нее второй вывод $19. Значит, что еще я, друзья, хочу вам сказать по поводу вывода. Смотрите, нажимаю вывод. Перебрасывает меня на вывод. И куда можно выводить? Вот майн баланс. Вот, ну, у меня нету как бы средств пока недостаточно. Значит, смотрите, здесь Perfect Money. Нажимаем вот сюда. И здесь вот Perfect. Можно выводить на Pair и CoinPowerment. Вот. Далее что мы делаем? Смотрите, вот сюда, где ваш логин. Вверху, в правом. Нажимаем. Далее нажимаем настройки. И вот здесь оплата. Нажимаем оплата. И здесь платежные реквизиты. Perfect Money, Pair и биткоин. Биткоин у меня неправильно прописан. Я его прописывала, почему-то он не сохранился. Вот. Я его прописывала. Он у меня почему-то и не сохранился. Сейчас попробуем. Может, вручную надо ввести будет. Так. Вот этот у меня неправильный кошелек. Его надо удалить. Нажимаю «Сохранить». Так, все. Что мне тут написали? Сейчас переведем. Да. Не переводится. Надо вот так копировать. Ну, что-то они 30 минут, наверное, нужно подождать, что ли. Верификационный код. Друзья, надо идти мне на почту и подтверждать код. То, что я... Сейчас я это все сделаю и вам покажу. Значит, на почту приходит код. Сюда прописываете платежные реквизиты. Здесь будет у вас ниже вкладочка security код.
вставляете, идете на почту этот код, нажимаете сохранить. Настройки успешно изменены. Все. А то я как-то это у меня из головы вылетело, что надо все на почту идти. Так, давайте-ка посмотрим Pair. Да, вот видите, у меня теперь аккаунт как бы стоит, прописан мой кошелек. И когда будет что выводить сумма, сюда вставляем пин-код, который указывали при регистрации. Ну, потом это все будет проверяться, буду делать видеообзор. Ну, в принципе, на этом все. Проект платит. Я думаю, визуально все было понятно. Кому интересно, работаем. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.